Сегодня мы прожили еще один военный день, день войны нашего государства. Что произошло? Хочу проинформировать. И чем мы занимались? Сегодня по моему поручению Михаил Ильич Кучук провел встречу с представителями волонтерских организаций, которые проводят огромную титаническую работу в нашем городе. Эту встречу я поручил провести после вчерашних разговоров о том, что мы уже видим практически все, что отсутствует плановая логистика наших действий, согласованных действий. Что это значит? Это значит, что где-то густо, а где-то пусто. Почему? Потому что обращение то ли за продуктами питания, то ли за чем-то еще в несколько инстанций, в несколько организаций, все реагируют на это и привозят. Приводят часто в одно и то же место, дублируя друг друга. Те или иные виды, не знаю, товаров, продовольствия. Поэтому стало необходимо нам все скоординировать действия. Мы предложили это делать на базе городского логистического центра, который организован с первого дня. Что сегодня и происходило. Этим занимался мой первый заместитель Михаил Ильич Кучук. Следующее. Сейчас в Германии силами наши представители в Бранденбурге, в городе Германии, сформирован гуманитарный конвой, который сегодня уже выехал в сторону Украины, в сторону Одессы. Это прямая помощь Одессы. К нам везут продукты питания длительного хранения, что позволит нам формировать дальше запас, стратегический запас города. Мы также сегодня мы организовываем помощь тем городам, которые ведут боевые действия и уже участвуют в войне. Так мы направили помощь и поддержку в виде продуктов питания в Харьков. Готовим завтра эвакуацию, оказываем помощь, выделяем автобусы и будем эвакуировать детей из Николаева. Вся работа проведена, все подготовлено, сопровождение, и завтра мы планируем провести. Сегодня также я провел традиционные уже разговоры, поддержку городов, которые активно участвуют сейчас в войне. Киев и Харьков. Мы записали информацию, и вы ее услышите, о том, что происходит сегодня в Харькове, глазами мэров городов и людей, как происходят боевые действия и куда стреляет сегодня враг. По жилым домам, по объектам инфраструктуры. И в разговоре с Виталием Кличко, моим другом, вы знаете, он абсолютный чемпион мира по боксу, сильный человек, смелый человек, который сказал, что в Киеве сейчас сложно. В Киеве сложная и напряженная обстановка. Но Киев готов, Киев обороняется и никого не пустит. И присущей ему такой смелой, дерзкой манере, он сказал, что все те, кто пытаются прорваться в Киев или захватить нашу землю, или захватить Киев, и в чем я не сомневаюсь, получат пиздюлей. И будут выгнаны с нашей земли.